Резкая смена надворья крыху поуплывала на темпы уборки кукурузы на зерне. У некоторых районах напередодні за дождю работы не проводились. Зараз у регионе убрано каля 35% площадь до плану. Это маль 18 тысяч гектаров. Средняя урожайность зараз складая 67 центнеров с гектара. Самый высокий показчик у аграрии у Мазырского района – 85 центнеров. Яны же серед лидеров по темпах работ. Агульна на молоту в области зараз складая 120 тысяч тонн.